Ну, а сейчас мы немножко хотели бы поговорить об эстраде. Вот Алексей заметил, как стремительно меняется наша эстрада. Вот давай вспомним, какие раньше замечательные песни были. Какие песни, скажем, маме посвящали. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. А сейчас, вот ты можешь назвать мне хотя бы одну современную песню, посвященную маме? Маме? Да. Да, пожалуйста. Ну? Хотя бы вот это современное, модный хит. Моя мама варит кофе, может быть, подождем мою маму, подождем твою мать. Ты считаешь, что это песня про маму? Ну, не про папу же. Ну, а вот девушкам. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Девушкам? Да. Пожалуйста. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Да, не дай бог такой комплимент получить. А вот помнишь, крутится, вертится шар головой, крутится, вертится над головой. Голубой? Голубая луна, голубая, голубая луна, луна, куколки мои. Вообще-то я не в этом смысле. Знаешь что, давай лучше вот про подарки. Папа подарил мне куклу. Купила мама коника, а коник без ноги. Господи, где же она такой подарок-то нашла? В секонд-хенде, что ли? А у нас во дворе есть девчонка одна. За монетку, за таблеточку сняли нашу малолеточку. Я к тебе со всею душой, а у тебя ко мне интерес небольшой. Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Ну, а вообще, если честно, то, конечно, Ирина, я с тобой во многом согласен. Действительно, в песнях прошлых лет что-то было. Ну, наверное, это прежде всего душа в песне. Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за твое здоровье. Попробуй, мама, попробуй, джага, джага, попробуй, мне это надо, надо. Эти глаза напротив калейдоскоп огней. Я помню все твои трещинки. И на танцах, и вечерках, может, это и смешно. Время думать о девчонках в этом возрасте пришло. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума. Яблоки на снегу, розовые на белом. Я яблоки ела, я сильно вспотела. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Все мы бабы-стервы, милый бог с тобой, каждый, кто не первый, тот у нас второй. Женюсь, какие могут быть игрушки? Жениха хотела, вот и залетела, лай-ла-ла-ла-ла. Невеста, а чья, неизвестно, откуда такая взялась красота? Я буду вместо нее, твоя невеста, честная ее. Честная... Кто? Йо!
Знаешь, Ирина, у меня такое ощущение, что мы с тобой ролями поменялись. Давай вернемся в первоначальную точку отправления. С удовольствием. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете парня лучше нет. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, лизнул себе я палец, да что-то вот не то. О-о-о, ах, обманул мерзавец, ни шоколад, ни заяц, а так одно. Ох. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто.